Всем большой привет! Вы на канале Настя Вайн. Сегодня я буду снимать распаковку вот такого подарочка от моей лучшей подруги Николеты. Я снимала подобное видео, там набралось кучу позитивных и негативных комментариев. Давайте поговорим немножко о том видео. Меня просили снять новое, вот мы делали друг другу подарочки. Николета мне уже его передала. Я же не успела, вот, мой Ник, если ты смотришь, это твой подарок, я тебе его завтра принесу. Мы в субботу пойдем на дополнительную технологию. Итак, здесь написано ЛПшечки, и да, сегодня пятница. И мы сегодня так хорошо погуляли после школы, ладно, неважно. Вот, и здесь он так интересно заклеен с новогодним скотчем, ребят, очень это мило. Мне многие говорили в том видео, что я красила ногти за маской. Ребят, да, я поняла, я не ухаживала, я извиняюсь, если вам это очень неприятно. Я понимаю, но вот он, это был белый лак. С ним мне пришлось очень трудно, потому что он не держался и каждый раз падал, тем более после школы, как сейчас. Я пришла с обдернутыми ногтями, но тогда они были еще хуже, сейчас вроде ничего. И начала снимать распаковку. Ну, извините, я постараюсь справиться. Давайте начнем распаковку. Подарок мой уже запечатан, поэтому вы тоже скоро увидите его распаковку на канале DIY сестрички. Выложу я это видео сегодня же. Ну, постараюсь, но я выложу. Блин, я так не хочу здесь разрезать. Давайте попробую это отклеить. Да, кажется, он еще не сильно был приклеен. Это хорошо. Так. Я по-прежнему болею, так что будете слушать мой хриплый голос. Я боюсь. Я просто не представляю, что там. Ой. Нет, просто это очень миленько. Вот так, давайте начнем с птички. Птички. Интересненько. Так. Давайте откроем. Я вам буду все очень хорошо показывать. Давайте я немножко в сторону беру. Я знаю, что ням-ням там. Я даже знаю, что это. Миленько. Птички! Это совушки! Она мне такие уже дарила. Они у меня кончились. У меня их было штучки 3. Давайте я вам покажу еще раз. Вот такая вот совушка. Вот такая. Вот такая вот. Миленькая. И даже вот это на котика маленько смахивает, очень миленько. Моя любимая, это мой любимый, это голубой. Похожим совушкам мне также дарила закладку Николета с Андреей, вот, они очень похожи. Так, это было давно, да? Вот, первый подарок, это такие милые птички, уже столько радости, боже мой. Ой, когда вместе море по колено. Я здесь тоже вклеила лафыску, но... Здесь я не хотела вклеить картинку, мало ли что подумают. И здесь вот просто надпись, она вам ее прочтет. Там будет надпись BFF, по-моему, она. Best Friends Forever. Вот так. Если, Ника, если ты там найдешь надпись BFF, сейчас. Найдешь, если такую запись, то это значит Best Friends Forever. То есть лучшие друзья навсегда. Просто так мило. Так, дальше. Ляфисечка, я тоже поклеила, у нас три мысли одинаковые. Дальше, здесь написано сердечко, все заклеено этим мимишным скотчиком. Многие говорили, что я прям отношусь прям так, как будто, ну, не знаю, сильно, сильно сердечно, что ли. Ну, блин, просто я рада вот подарку от человека, который тебе дорог. И не надо писать, что там... Ой... Посмотрите. Ой, смотрите, какая. Если вот это попадет в видео. Если вот это попадет в заставку видео, я буду рада. Вот такая заставка. Ой, такое вот сердечко прикольное. Я его обязательно вклею в либо наш общий личный дневник, либо в мой личный дневник. Наш общий это личный дневник ее и мой. Мы его вместе видим. Я с ушками сегодня. Правда, ничего не видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какой. Махонький блокнотик. Посмотрите, здесь такой милый песик. И здесь такой бульдожик, ну не бульдог, может это... Ну, вот, французский бульдог, может, очень миленько. Нужно вот так ставить. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я внутри, наверное, напишу календарик, может быть.
Или еще как-то сделал. В общем, очень прикольно. Спасибо. Дальше. Я посмотрела. Ой, посмотрите, такая вот вырезочка. Я тоже вклею в личный дневник мой. Самой. У меня есть мой и наш. И, в общем-то, вот такая миленькая. Тут два мышонка, которые так смотрятся. Водичком. Так. И посмотрите, что здесь есть. Мы лпешки. Мы просто класс. Кто не верит, тому в глаз. Вот это... это можно говорить каждому моему хейтеру. Ну, блин. Ладно, ребят, не буду никого обижать. Можете прочитать. Вот так это выглядит. Блин, это так прикольно. Не, мне нравится, вот честно. Вот не знаю, как вы бы такое восприняли. Мне очень нравится. Так. И последнее. Мне так Катюшки давит. Так, их опущу маленько. Последнее это вот это. Посмотрите, оно прям приклеено было. Так, это тоже запечатано. Я знаю, что там. Давайте прочтем вот это. Хотя... Ой, это письмецо маленькое. Здесь такие милости. Мне очень понравился твой подарок. Вот просто... Не могу я объяснить словами. Очень прикольный подарочек. Боже мой. Вот это даже открывать неохота. Знаете почему? Я знаю, что там. Но даже не открывать неохота, потому что так все аккуратно. Ням. Написано ням. Значит, вкусненько. Ребят, хотела вам сообщить то, что мои друзья узнали про мой канал. И один... Это мой... По-моему, это мой любимый, да? Вкус. Я... Там вкладыш, она сама делает вкладыш у меня. И, короче, узнали, что я там снимаю с пэтами. Сказали одному пацану, что типа... Она снимает с пэтами. Мне нравится ответ этого пацана, то что это все ради подписчиков. То есть, есть еще те люди, которые понимают, что как бы я играюсь не только потому, что просто, блин, мне нравится, а потому что реально это было для подписчиков. Но сейчас я уже не буду снимать видео с пэтами. Мне уже не очень это нравится, поэтому я не буду снимать. Вот. Давайте откроем, узнаем, что там за пожелание. Видите, она мне сама и делает, это так мило. Он идти покупать лафыску и там вкладывает вкладыш. Ой, блин, он так заклеит. Все, где она заложила, ребят, все, это задница. Это приятная часть мямки. А дружба это когда вы думаете об одном и том же, вот так это выглядит. Здесь нет номерка. Я, наверное, поставлю номерок, спрошу у нее. Она просто хочет 100 таких сделать. Я уже вклеивала дневник одну. Вот вторая будет. Знаешь, это был вот такой миленький подарочек от Николеты. Опять-таки напоминаю, Ника, тебя ждет мой подарок. Я надеюсь, мы завтра с тобой сможем все-таки встретиться. Я очень хочу, чтобы он тебе понравился. Единственное, я принесу его в пакете, потому что я хотела сделать, знаете, такой веселый сюрприз. И засыпала туда блестки. И вот я сейчас потрясла над этой бумажкой. И все блестки, ну как все. Вот видите, часть высыпалась. Поэтому я принесу либо в пакете, либо заверну в бумагу. Потому что, блин, реально это сыпется. Но я хотела сделать что-то интересное. Но, как всегда, у меня это получилось как обычно, в общем-то. Что ж, на этом всем. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал DIY Сестрички. Я постараюсь оставить ссылочку в описании. Заглядывайте в описание, ищите их канал. Тоже подписывайтесь. Офигенные видосики. С вами была Настя. На этом все. Всем пока.